Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами вновь на вкусной кухне пиар-бара. И с вами я, шеф-повар Валерий Ковалев. Сегодня мы приготовим простой салатик с морепродуктами. Как всегда, мы стараемся придерживать этой истории с морепродуктами. Значит, мы приготовим с вами трубач с вакаме, морковкой, соусом сябу и айоле соусом. Что нам для этого нужно? Нам для этого нужно вакаме. Я его предварительно замочил. Нам понадобится отварной трубач, сябу-сябу, ореховый соус, да, то есть он продается у нас везде. И наш домашний айоле, который мы готовим, мы уже рассказывали в предыдущих передачах. Значит, что я беру? Я беру сотейничек, то есть, ну, нашего каме, оно замоченное, да, то есть я с него отжимаю, убираю лишнюю воду, то есть она нам в салате не нужна. Я немножко ее порежу. Затем трубач. Трубача здесь тоже порядка 70 грамм. Больше не надо. У нас с вами где-то получается пропорция 1:1. Я его нарезаю. Отправляем наш трубач к вакаме. Ну, морковки нам порядка, я думаю, что 20-25 грамм будет достаточно. Морковка полезна, там каротин. Поэтому ее не, много не бывает. И все, и вот такой вот тоненькой соломочкой мы нарезаем нашу морковку. Все, морковку мы отправляем туда же. В принципе, у нас все готово. Нам остается добавить только соуса. Я еще раз говорю, это наш соус сябу-сябу. Три столовые ложки, это порядка 70 грамм, и соус айоле. Можно спокойно заменить майонезом, потому что айоле – это тот же самый майонез. И соус, да, подчеркнуть все это дело. Я перемешал, его можно сделать заранее, чтобы он настоялся. И все, наш салат готов. Сейчас мы будем сервировать его. Я добавлю к нему немножко икры табико. Подам я его вот на такой вот тарелочке морской, грубо говоря. И дам я его через вот такое вот кольцо. Все это дело подчеркну трубачом, да, что все-таки это у нас сябу-сябу, вакаме и трубач. И дам немножко икры. Наш салат готов. Приятного аппетита и ждем вас на вкусной кухне пиар-бара.